Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. Сегодня я к вам с пустотой. Будет обзор по пустым баночкам. Вы уже начали у меня спрашивать в комментариях, что-то давно у вас не было обзора по пустым баночкам. Да коплю же я, коплю! Вот накопилось за месяц с небольшим, с хвостиком, накопилось энное количество пустых баночек, и сейчас я вам расскажу, чем семья из трех человек пользовалась в течение последних вот этих месяцев с хвостиком. Сначала вам представлю мужскую серию. Здесь у меня на редкость сегодня есть определенное количество баночек. Обычно меньше бывает. А в этот раз вот как-то все у мальчишек позаканчивалось. И первой баночкой это вот этот дезодорант, спрей, восьмой элемент. Он такой свежий. На мой взгляд, это мужская классика. И он с ароматом туалетной воды, одноименный, восьмой элемент. Моим мальчишкам этот дезодорант нравится. Артикул его 3603. Даже иногда они у меня просят его повторить, хотя пользуются разными дезодорантами, спреями компании Faberlic. Закончился шампунь. У мужа, это муж пользовался этим шампунем, и вы знаете, я случайно обнаружила, что у меня пустая банка стоит в ванне, вчера проводила ревизию, смотрю, взяла так, а она пустая, так вроде полная, а так пустая, и не успела спросить отзывы. Как зашел ему этот шампунь, не зашел, но на самом деле, когда ему что-то не нравится, он говорит, вот это не покупай, мне это не нравится. А здесь он ничего не говорил, и если до конца использовал, я так понимаю, что ему этот шампунь понравился. Это шампунь 2 в одном, бальзам и шампунь, и с ментолом против выпадения волос. Вот надо спросить у мужа, как помогло ему или нет. В общем, как только будет информация, я при случае вам сообщу. Артикул шампуня, бальзама 1305. На самом деле, вот единственное, что я могу сказать, он очень приятно пахнет. У него такой аромат, но это мужской аромат, поэтому я уже не пользовалась этим средством. Так, еще у моих мальчишек закончились три парфюмерные, нет, у них туалетные, три туалетные водички. Это мини-версии, здесь 35 мл, и видите, все одновременно закончились. История здесь такая. Я на промостойке поменяла вот эти мини-версии на полноценные флакончики. Куда девать мне эти мини-версии? Конечно же, мальчишкам отдала. Вот мальчишки использовали, причем здесь вот прям полные были эти флакончики. Ван Давантюр, девчонки, парфюм, легкий такой, свежий аромат у этой туалетной воды, мне она нравится, сейчас я вам покажу, как выглядит полноценный флакон в каталоге, и вы знаете, он сейчас идет по очень выгодной цене, на самом деле каталог-то у нас уже заканчивается, но может быть кто-то из вас успеет, 599 рублей стоит полноценная версия 50 мл, и можно в подарок целый набор собрать уходовых средств для мужчин. У нас впереди праздники 23 февраля, может быть, на 14 февраля кто-то успеет, да, подарить. И что я хотела сказать, основные ноты здесь морской бриз, горький апельсин и одовое дерево. Он действительно такой вот с цитрусовым свежим аккордом, в общем, шикарный парфюм. Многим мужчинам на промостойке, кто тестирует этот аромат, он нравится, кто предпочитает такие вот свежие ароматы. Ланселот, это тоже один из моих самых любимых ароматов, знаете, он так приятно пахнет. Но он не подойдет мужчинам, кто любит пожестче ароматы. Он все-таки больше с такими мягкими, с мягким аккордом, с мягкими акцентами. И больше, может быть, подойдет для офисного какого-то мужчины. Вот я мужу своему покупаю, ему нравится. Сейчас я вам покажу полноценную версию. Вот так он выглядит. Он из разряда не дешевых ароматов, обычно в пределах 1000 он стоит, вот и здесь в этом каталоге 999 рублей. Розовый перец, морской аккорд и кожа входят в составе. В общем, ноты кожи здесь читаются, вот сочетание с морским аккордом, вы знаете, как-то прям классно, мне нравится.
Так, и астерион, вот этот аромат, он более такой выразительный, здесь прям очень хорошо на этой коже читаются, он так поярче, я бы сказала, прям какие-то там перчинки в нем есть. Сейчас скажу, что здесь в составе у него. Так, астерион. В составе грейпфрут, ветивер и кожа. Вот древесный аккорд в сочетании с кожей, он дает такой, ноты пожестче дает. Тоже из разряда недешевых, обычно 1000-1000 с хвостиком он стоит. Вот так выглядит полноценный флакон. И вы знаете, когда мы проводили парфюмерный батл на Промостоке, многие, и мужчины, и женщины отдали предпочтение этому аромату. То есть он многим нравится, и у меня периодически его приобретают на Промостоке. Так, мы с вами продвигаемся к следующей линейке товаров. Это шампунь. И вот видите, он у меня без крышечки. Упал шампунь и откололась крышка. Почему-то вот так получилось. Но я уж его использовала, как могла, да? Так, сейчас вам скажу артикул шампуня 8348. Активный шампунь против выпадения волос серии Эксперт Форма с крестиком. Шикарный шампунь. Реально отмечаю, что у меня даже от одного применения этого шампуня, там без масок, которые у нас есть, да, ампульный концентрат у нас есть из этой серии против выпадения волос, даже от использования одного этого шампуня у меня сократилось количество выпадающих волос. Вот, это прям видно после мытья головы. В общем, девочки, я рекомендую классный шампунь. Возьмите себе на заметку, у кого есть такая проблема. Также среди уходовых средств у меня закончился вот этот гель для интимной гигиены, для чувствительной кожи. У нас два варианта таких гелей есть, да, один вот в такой розовой упаковочке, а второй просто с афродизиаками он идет в белой упаковке, а вот этот в розовый для чувствительной кожи. Артикул его 8722, шикарный гель. И тот шикарный, и этот, большой разницы между ними я не чувствую. Хорошо очищает интимные зоны, освежает, очень удобно в применении вот из-за этого дозатора. В общем, мне он очень нравится, я прям вам рекомендую. Дальше, у меня закончилась зубная паста плюс 200%. Вот реально эта зубная паста, она очень экономная. И даже вот здесь еще можно доиспользовать, она выдавливается. Я уже думаю, надоела мне, она надо ее выкинуть, прям вот чуть-чуть совсем осталось. А так она долго, реально прям вот небольшого количества, маленькой горошины достаточно, чтобы почистить зубы. Она хорошо освежает полости рта, она против кариозным воздействием обладает, и вообще она борется с проблемой десен, то есть она обладает комплексным воздействием с маслом австралийского чайного дерева и экстрактом голубого кипариса. Вот они обладают таким воздействием на зубы. И снова серия Эксперт Форма. В общем, шикарная паста, девчонки, прям рекомендую. Аромат у нее, по-моему, стандартный здесь, ментоловый какой-то, да. Вот, хорошая зубная паста, шикарная. Дальше у меня закончился сухой шампунь. Мы уже дальше двигаемся, да? Сухой шампунь, девчонки, рекомендую. Артикул шампуня 8228. Незаменимая помощь, когда вам нужно срочно привести себя в порядок, а времени на это либо нет, либо вы где-то в отъезде находитесь, либо вам просто лениво. Бывает и такое, да? Не хочется мыть голову. Так вот, я периодически пользуюсь таким шампунем. Ну, не знаю, мне он очень нравится, реально. Может быть, он не самый дешевый продукт, но он того стоит. Единственный его недостаток, что он быстро заканчивается. Вот, ну, пользуюсь я им где-то, может быть, раз в 2 недели или каждую неделю, 1-2 раза, там, не более того, да, эпизодически, скажем так. Так, для волос у меня закончилась краска для волос, моя любимая краска из серии Expert Color, артикул, точнее, тон 305, а вот артикул что-то там 23, по-моему, 18023. Артикул этой краски. Девчонки, шикарная краска. Очень хорошо прокрашивает седину. Она вот у меня сейчас на волосах. Уже подходит время следующей окраски. Здесь вот, наверное, у меня 2,5 недели прошло. Уже корни волос начали поблескивать неприятным оттенком.
Вот, в общем, хорошо прокрашивает она корни волос. Вообще она прокрашивает волосы хорошо, долго держится. И вот если бы не эта изменчивая седина, которая периодически появляется, то я, наверное, гораздо реже красила бы волосы. Краска с уходовыми компонентами, с маслом амлы, девочки, рекомендую. Она не раздражает кожу головы. Она не вызывает каких-то побочных эффектов. Во всяком случае, в моем применении я довольно осталась этой краской. Темный каштан шоколадный мой оттенок. Дальше, 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 дальше. Молочком. Девчонки, вот этим молочком я очень долго не пользовалась. Я купила его, что-то один раз как-то умылась, мне не очень понравилось и задвинула. Потом произошел момент, что у меня закончилась мицеллярная вода, которой я регулярно пользовалась для снятия макияжа. И под рукой оказалось молочко. Я сняла остатки макияжа, ну даже не остатки, а просто сняла макияж с лица, с области век рискнула, да. Скажем так, одной ваткой я все сняла этим молочком, и я на него подсела. И вот уже бутылочка закончилась, я приобрела вторую бутылочку, и сейчас буду той пользоваться. Представляете, вот так неожиданно для меня этот продукт раскрылся. Дальше. Закончилась у меня вот эта сыворотка с ретинолом. Вот так выглядит. Артикулы этой сыворотки 12-12. Девчонки, классная сыворотка. Она имеет такую неплотную, конечно же, консистенцию. Здесь дозатор. Чем-то напоминает молочко. Но она мне прям вот реально подходит для моей кожи. Очень хорошо она, скажем так, и смягчает кожу. И вот бархатистость такая какая-то после нее появляется. Можно использовать и как самостоятельное средство вместо крема. Можно использовать под крем. В общем, классная сыворотка для коррекции морщин. Вот. Так что рекомендую. Серия «Эксперт». И у меня закончилась активная вода, серия «Платинум». Ну, вода хорошо увлажняет кожу лица. У меня она ложится и не липнет на лице. Использую вместо тоника я ее перед нанесением крема. Также ее можно наносить непосредственно на макияж. В общем, нравится мне эта водичка, классная, зашла. Продолжаем. У меня закончился вот этот корректор для век из серии Beauty Lab. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в каталоге. Вот так он выглядит. И артикул этого корректора 0219. Девчонки, мне очень нравится этот корректор. Во-первых, здесь один оттенок, который подстраивается под тон вашей кожи. Он легкий, он не плотный, он хорошо ложится, он не вбивается в морщинки. То есть он прям вот идеально покрывает поверхность века и действительно обладает каким-то таким светопреломляющим эффектом. То есть он скрывает темные круги под глазами, выполняет свою функцию. Я его рекомендую. Если вы любите плотные корректоры, то, скорее всего, что он вам не подойдет. Но если вы предпочитаете вот такие легкие корректоры, то шикарная штука. Я пользуюсь им и зимой, и летом. И вообще это бессменный мой помощник. Так, что еще у меня? А, не рассказала вам вот про эту маску. Маска Проликсир. Я ее решила попробовать. Вы знаете, что-то как-то вот не в полной мере я удовлетворена. Хотя, наверное, чего-то большого от нее ждать нельзя было. Она просто увлажняет кожу лица с гиалуроновой кислотой. Увлажнение я получила, собственно говоря, но как-то вот повторно применить эту маску я не хочу. Артикул этой маски 0736, но вполне возможно, что у кого действительно сухая кожа лица, для того, чтобы ее поддержать, стоит попробовать эту маску, но опять же, вот это не мой продукт, поэтому, наверное, я, скорее всего, что его повторять не буду. Ну и осталась у меня серия Дом. Здесь гель для туалета. Бессменный мой помощник, обожаю это средство, реально оно крутое, оно реально очень хорошо очищает унитаз. Артикул 11292. Я снимала отдельное видео на эту тему, можете пройти по ссылочке, посмотреть. Если вы особо чувствительная, не рекомендую вам смотреть это видео, потому что сначала увидите грязный унитаз.
А потом видите результат после. Так что здесь выбирайте сами, смотреть вам это видео или нет. У меня закончился стиральный порошок. Это наш концентрированный стиральный порошок. Очень его люблю. Сейчас у нас он перевыпускается и обновляется формула этого порошка и обновляется упаковка. И скажу вам по секрету, я уже успела протестировать новый стиральный порошок. Девочки, он меня впечатлил, честно. Мне он очень понравился. Он настолько отбелил, мне кажется, белые вещи, которые я стирала. Даже вот по сравнению с этим порошком, он лучше справился со своей работой. Поэтому прям рекомендую вам попробовать обязательно новый стиральный порошок, хотя и этот был просто шикарнейший. Но он концентрированный, понятно, что его нужно в 3 раза меньше, чем обычного стирального порошка на одну стирку. И он экологичный, он не вызывает аллергии, не вызывает раздражения. И в то же время он бережет и нашу стиральную машинку, и бережет окружающую среду. Но, опять же, рекомендую, попробуйте новый стиральный порошок, они разные. Так, и еще у меня одно осталось средство, даже не средство, а упаковка от средства. Это мыло, детское мыло из серии Эксперт Фарма. Артикул мыла 1638. Девочки, рекомендую, шикарное мыло. Мне кажется, оно даже идет без отдушек. Здесь в составе оливковое и миндальное масло. Хорошее мыло, прям вот замечательно, как, впрочем, и все средства вот из этой серии с крестиком Эксперт Фарма. Вот такой у меня сегодня набор пустых баночек. В общем, девчонки, если видео вам было интересно, полезно, поставьте лайк под данным видео. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. Говорю вам всем пока. Увидимся в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.